Где Шуканов? Там, по-моему, в ту квартиру пошел. Паша! Ездите красиво на машинах! Паша! Правила дорожного движения важны! Слышь, Паша, где ты работал? На автошколе? Я 8 лет работал инструктором, а ездят мне как пидорги. Слышь, Паш, ты это, нож выкинь, а мы его нафиг тебе не надо, понимаешь? Да. Влади! Ты здесь? А папа где? Папа! Да! Папа! Папа! Вы чё, блядь, не поняли, бля? Паш, я тут рядом стою, ты меня можешь ударить. Люба, я ударю тебя. Ты меня сможешь ударить? Ты что, блядь, я ударю. Ты меня сможешь ударить? Что? Владик, привет, моя зайка. Все хорошо. Сейчас стукнет палку, и сейчас наоборот. Вот это вот, ходи там, что-то всего. Помогите! Влади! Помогите! Убиваю! Помогите! Убиваю! Помогите! Владюшек, приди мой хороший. Приди мой хороший. Иди, иди ко мне. Иди мой хороший. Иди мой хороший. Где-то, выходи сюда. Сильно не бери. Фиксируйте! Да! Все, короче,
Прибывшие сотрудники полиции столкнулись с тем, что мужчина, закрывшись в комнате, имевший выход на балкон, удерживал свою жену и 7-летнего сына. Сотрудники полиции пытались отговорить гражданина от намерения совершить опасные действия. В какой-то момент им удалось его отвлечь, и перебравшийся в это время через смежный балкон участковый уполномоченный Костылев Михаил смог вытянуть ребенка и оказать помощь женщине, которые, перебравшись, укрылись в соседней квартире. Всем окружающим гражданин демонстрировал свое намерение совершить суицид. Прибывший сотрудник психологической службы МВД России по Омской области, вступив с ним в переговоры, пытался его удерживать от намерения совершить этот шаг. В какой-то из моментов один из полицейских смог незаметно подползти к злоумышленнику и резко потянуть его на себя. Однако вооруженный ножом преступник нанес несколько ударов в область груди сотруднику полиции, при этом повредил еще и кисть его руки. К счастью, имевшийся на сотруднике полиции бронежилет защитил его от этих ударов. Поднявшиеся при помощи специальной техники сотрудники СОБР УМВД России по Омской области смогли в какой-то момент ограничить движение данного гражданина, задержать его и спустить на землю.